Первые три дома будут находиться на Стеллабате. Витражное остекление будет выходить у нас на Барнаульский санаторий. Интерес к зеленому кварталу Вышка в районе горы растет с каждым месяцем. Пока строители подготавливают котлован для будущего подземного паркинга, барнаульцы внимательно изучают проекты домов, выбирая для себя лучшее. Основной, самый главный принцип в нашей работе – это человекоцентризм. Сделать выбор приобрести недвижимость – это, как правило, стресс для человека. Чтобы минимизировать этот стресс, было создано это бюро продаж. Уютное место, где клиент может определиться с выбором недвижимости, закрыть все интересующие вопросы, в том числе с оформлением сделки. Определиться с выбором и способом покупки квартиры и оформить договор удобно в стенах бюро продаж. Продуманная детская зона позволит родителям спокойно проконсультироваться со специалистами и разом закрыть несколько вопросов. После презентации проекта клиентам помогают подобрать планировку квартиры, а после оформления сделки организовать внутреннее пространство, разработать дизайн. Для этого дизайнер делает бесплатный экспресс-проект. А выбрать лучшие условия кредитования помогает ипотечный специалист. По словам сотрудников бюро, для их клиентов важно удобство и в процессе поиска жилья, и в своей будущей квартире. Это те люди, которые ценят свое время, комфорт и не согласны на меньшее. Создаем нетипичные проекты для людей и про людей. Думаю, нас выбирают те, кто хочет переехать на новый уровень, изменить сценарий проживания в квартире, в доме и на его территории на более комфортный. А еще менеджеры помогают обменять старое жилье на новое и пройти по программе Trade-in. Специалисты готовы ответить на все вопросы в бюро продаж девелопера «Мой дом» по адресу проспект Красноармейский, 118. Комплекс «Вышка» сдадут в 2026 году. На данный момент уже продано более 1000 квадратных метров.